Первую книгу из серии «Иисус Христос. Жизнь и учение», посвященной человеческой истории Христа, его быту и образу жизни, представил в Москве глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, сообщает РИА Новости. В книге представлен обзор версий о существовании Иисуса Христа, в том числе и та, которая говорит о нем как о литературном персонаже. Эта теория, по словам представителя Русской Церкви, представлена, например, в «Мастере и Маргарите» Михаила Булгакова. Помимо этого, автор дает психологический портрет Христа, описывает его повседневную жизнь. Весь цикл состоит из 6 трудов. Автор цикла сообщил, что доказывает в нем то, что описанная в Евангелии история является правдивой.